мы с вами будем шить вот такую юбку-карандаш. Она будет прямого силуэта, прилегающая. Впереди у нее будут две выточки, карманы. Карманы обычные такие прямые сделаем. Пояс на талии. На спинке сзади будет у нас шлица. Тоже две выточки. Ну и пояс. И сзади будет вставляться молния потайная. Вот такую юбку мы будем с вами шить. Что нам для этого нужно? Для этого нам нужна в первую очередь сама ткань. Ткань я взяла хлопчатобумажную. Стрейч. Она с добавлением эластана. Немножко тянется. Она у меня зеленая. Цвет, конечно, камера передает не совсем зеленый. Она у меня такая темно-зеленого болотного цвета. Так, еще мне понадобится подкладочная ткань. Это я взяла на карманы. Можно, конечно, взять темную, но там с изнаночной стороны будет не видно, поэтому можно взять такую серенькую. Так, нужна будет клеевая ткань дублерин. Она продается метражом. Она тоже немножко тянется, трикотажная. Можно взять и не трикотажную, то есть какая у вас есть. В принципе, эта роль особо не играет. Так, еще нам понадобится молния, потайная молния. Нитки в цвет. Иголки. Ножницы раскроечные. Конечно же, мерная лента. Так, где-то здесь был мел. Мелок. Такие вот кусачки ножницы. Возможно, нам пригодится распарыватель. Линейка. Что-то, если понадобится нам в процессе работы, я буду говорить вам. Сейчас приступаем к раскрою юбки.